Сейчас все эскизы размещены на сайтах муниципальных образований. Всего планируется открыть 1212 счетных пунктов. Они будут оборудованы в непосредственной близости к избирательным участкам. В прошлом году на Кубани по федеральной программе «Комфортная городская среда» были благоустроены парки, скверы и дворовые территории в 22 населенных пунктах. Вениамин Кондратьев также отметил, что все объекты были определены совместно с жителями. В этом году на эти цели выделится около 1,5 миллиарда рублей. Это федеральные и региональные деньги. Под программу благоустройства попадают уже 43 территории в 36 районах края.